Уважаемые дочери водки курорта, в 20 часов в поле на прогулку на 1 час, а я хочу поднять этот бокал за вас, за нас и за то, чтобы наша совместная жизнь была такой же чистой и спокойной, как это море. Ура! Ура! Горько! Хочется в лес, хочется в горы, город как сон. Пальмы и пляж, бриз или ветер, ночь и огни, шорох волны, новые встречи, все влюблены. Ты красотой покорила однажды. Хватит ли в песне строчек, чтобы признаться и возвращаться в город бессонной ночи? Будьте добры. Можно забрать? А, да, спасибо. И посчитайте меня, пожалуйста. Хорошо. Простите. А. Здесь свободно? Я спрашиваю, здесь свободно? А. Прошу. У вас есть спички? Что? Спички или зажигалка есть? Я не курю. Бережете здоровье? Нет, просто не курю. Правильно делаете, я тоже не курю. А зачем вы попросили спички? А я их не просила. Я просто спросила, есть они у вас или нет. Нет, и что? Ничего. А если есть? Тоже ничего. Понятно. Попытка завязать разговор. Ну, может быть. Считайте, что она не удалась. Вам разве не скучно? Вы в командировке, делать вам в чужом городе нечего. А почему вы решили, что я в командировке? Ну, а кто же еще придет в пляжный ресторан с портфелем и будет печатать на компьютере? А вы предлагаете мне развлечься? Угу. Нравится. Познакомимся? Я против легких знакомств. А кто вам сказал, что знакомство со мной будет легким? Я обещаю, оно будет трудным. Его не будет. Вообще. Хорошего дня. Спасибо. Вы простите меня, пожалуйста, но вам придется поискать себе кого-то другого. А если я уже нашла именно вас? Случайные связи не мой конек. Я люблю жену. О, что вы говорите? Мужчина признается в командировке, что он женат, еще и любит свою жену, только в советских фильмах. Так или иначе, я женат, и покончим мы это. Подождите, а чему это мешает? Я разве намекнула хоть словом, что вы должны на мне жениться? С уличными я не знакомлюсь. А вы, разумеется, предпочитаете не уличных? Предпочитаю. Простите, а что такое для вас уличная женщина? Женщина, которая продает любовь за деньги. А если жена изменяет мужу бесплатно? Она порядочная? А если, например, я проведу ночь с вами без денег? Я буду порядочной? Вы меня отвергаете? Ну да. Почему? Потому что, возможно, после веселой ночки с вами мне придется обратиться к врачу. Вы серьезно этого опасаетесь или просто хотите меня обидеть? Я действительно этого опасаюсь. Похвально. Как писал еще Гораций, всех наслаждений беги, цена наслаждения страданий. Кто вы на самом деле? На обыкновенную эскортницу вы не похожи. О, а вы, несмотря на свое облико морали, откуда-то знаете, на кого похожи эскортницы? Из кино. И как же они выглядят в кино? Наверное, более развязаны, чем вы. А может быть, вы хотели сказать более вызывающе? Как-то... Может быть, как-то так? Вам нравится? Может быть, предложить вам водки? А что, в фильмах эскортницы всегда пьют водку? А вы на шампанское рассчитывали? Я рассчитывала на обыкновенную вежливость. Вежливость мужчины по отношению к женщине. Я вам, между прочим, не называла свою цену, а вы уже обозвали меня шлюхой. Ну, спасибо. Я не буду больше воровать ваше драгоценное время. Ветреный, как слеза, чистый, как сон ребенка. Я закрываю глаза и вижу рассвет. Снова целую руками листья, снова ищу осколки лета. Там невозможно тоскую, там, где тебя нет. И слова, сказанные тобой, ваша. Извините, я был несколько резок с вами. Вам не пора в гостиницу? В гостинице тоска смертная. Мучает бессонница? Угу. Хроническая. Кто же вы на самом деле? Тайны придают женщине привлекательности. Иначе она становится неинтересной, как разгаданный кроссворд. На самом деле никаких особых тайн нет. Поэтому приходится придумывать, чтобы быть поинтереснее. Кто ты? Тебя я не знаю. Но наша любовь впереди. Ну, насчет любви я не уверен. Ну да, я забыла, вы ведь женаты. Любовь с другой даже на одну ночь для вас невозможно. А для вас, по-видимому, верность в браке не имеет никакого значения. Если для вас она так важна, я готова на несколько часов выйти за вас замуж. А что, это лучше, чем на всю жизнь? У вас нет ничего святого. Оставьте. Высокими словами обычно прикрывают низкие поступки. И чем красивее слова, тем непригляднее дела. Мужчины вдохновенно говорят тебе о твоих глазах, похожих на звезды, а сами в это время лезут тебе под юбку. Поневоле станешь реалисткой. Ну да. Так все же, как вас зовут? А это важно. Все равно завтра утром мы расстанемся и больше никогда не увидимся. А, я вижу, для вас это вопрос решенный. Что, мы расстанемся? Нет, то, что завтра утром. А, ну, плох тот мужчина, который, приглашая даму на ужин, не надеется с ней позавтракать. Скажите, а вы действительно занимаетесь этой профессией? Да. Я люблю свою профессию и долго ей училась. Мне за нее нисколько не стыдно. Но давайте не будем говорить обо мне. Расскажите лучше о себе. О себе? Ну, особенно рассказывать нечего. Ну, вы с гордостью заявили, что женаты. Расскажите о своей жене. Ну, жена есть жена. Жена есть жена. Прям по Чехову. Три сестры. Она блондинка, брюнетка. А какая разница? Ну, никакая. Просто любопытно. Может быть, у вас есть фотографии? Нет. Зачем показывать чистый облик красавицы, жены какой-то уличной девки? Она вам нравится? Нравится? Нравится. Во всех отношениях? Во всех. И в интимном тоже? А в интимном особенно. И даже не хочется никогда разнообразия. Не хочется. Неправда. Это противоречит природе мужчины. Уж вы-то должны знать. Ведь вы биолог. Или психолог. А откуда вы знаете, что я… Я умею читать по лицу. А еще по этому значку… The International Conference of Biological Psychology. Вы ведь выступали на конференции? Ну, да. Доклад читали? Читал. Ну? И что же говорит ваша биологическая психология? Хочется мужчине разнообразия или нет? И признайтесь, ваш брак не слишком удачен. С чего вы взяли? Чувствую по тону, с которым вы о нем рассказываете. Вернее, не хотите рассказывать. Да и вообще, браки редко бывают удачными. Вы ошибаетесь. Да, ошибаюсь. Я рада за вас. И как же вам живется? С этой вашей женой есть женой? Да как-то живется. Как все. Как все? Да. Понятно. Что вам понятно? Как все. Мои товарищи жили с тещами и женами, похожими на этих тещ. Слишком толстыми, слишком тощими, усталыми, привычными, как дождь. Я прошу вас, не надо касаться моей личной жизни. Ну, во-первых, не обижайтесь. Я вам просто прочитала стихи. Причем не свои. Вам очень идет. Ну, что вы так задумались? А, по-вашему, романтично-поэтичными могут быть только жены? Вы интересная собеседница. Приятно слышать. Но если вы рассчитываете заработать денег, то не тратьте зря время. Поищите себе кого-нибудь другого. Вот так. Да. Ну что ж, пойду поищу. И выступайте. Ваш ноутбук уже по вам соскучился. Пепел угасших дней больше не потревожит. Яблоки карамель, открытый финал. Я открываю глаза, это теперь несложно. Все изменилось, как пока ты спал. Вчера слышишь морской припев, спутанный в волосах мой смех и слова, сказанные тобой, спетые обо мне. Pardonne-moi, monsieur. Pardonne-moi. C'est juste un accident. Excuse-moi, monsieur. Pardon, monsieur. Excuse-moi, monsieur. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. А я не разрешала вам сюда садиться. Этого достаточно? Прошу прощения, здесь свободно? Свободно. А я могу присесть? Пожалуйста. Я признаю, я был с вами слегка груб. Я признаю, я был с вами излишне груб. Издали вы показались мне интеллигентным человеком. Я решила отойти на то же расстояние. Но, увы, иллюзия не повторилась. Я признаю, я был излишне груб с вами. Раз уж вы подсели ко мне, теперь ваша очередь меня развлекать. Развлекать? Но у вас это получается лучше. О, вы еще не знаете всех моих способностей. Как говорила одна примадонна из водевиля, полный голос я вечером дам. Звучит многообещающе. А я свои обещания всегда сдерживаю. Вы прекрасная собеседница. И говорить с вами я готов. Но не более того. Вы ведете себя очень странно. Обычно мужчины хотят приступить прямо к делу, да? А вы предпочитаете разговоры? Ну зачем мне пускаться в авантюру с вами? На вид вы очень привлекательны, и провести ночь с вами, наверное, было бы просто прекрасно. Но на утро, проснувшись, я могу не досчитаться своих денег и не найти документов. И, возможно, с вами работает дружок, который ради моего портмоне пробьет мне череп. Какой вы разумный и осторожный человек. Все предвидите. А почему я вас не боюсь? Вы меня? Ну, да. У меня, кстати, при себе немало денег, смотрите. Откуда столько? Заработала. За последние 3 дня. А ваш дружок не проломит мне из-за них череп? Видать, вам хорошо платят. А я не жалуюсь. Но знаете, работа нелегкая. Это требует высокой квалификации. Если не секрет, а сколько вы берете? Не беспокойтесь, как-нибудь договоримся. Нет, ну я не для... ну для... так просто. Но это зависит от времени, от финансового состояния моего клиента, от моего настроения. Но еще много от чего. Ну, все-таки сколько? А сколько вам не жалко? Ну, я спрашиваю так, ну, вообще. Извините, у вас время закончилось. Ловко вы умеете дразниться и цепляться к словам. Я цепляюсь, потому что хочу вас подцепить. Неужели это не ясно? Я вам твержу об этом с самого начала, а вы почему-то меня боитесь. Да я ничего не боюсь. Я просто не хочу проснуться завтра утром в постели с незнакомым мне человеком. И не знать, как от него избавиться. Я просто не из тех мужчин, которые получают удовольствие от любви с почасовой оплатой, и мне себя не переделать. И не надо. Вы мне нравитесь именно таким. Возьмите. Что это? Ну, вам надо было заработать, я готов заплатить. Я привыкла зарабатывать деньги честным путем, а не получать подачки. А, в этот раз, развлекая меня, вы заработали деньги гораздо честнее, чем обычно. Я прошу вас, возьмите деньги и уходите. Почему вы меня гоните? Потому что мне начинает казаться, что я стал интересоваться вами больше, чем следует. А вы всегда знаете, сколько следует себе позволить. Пей, но не напивайся. Люби, но не влюбляйся. Я прошу вас, возьмите деньги. Если я их и возьму, то только утром. Вы очень старались. Но вы проиграли. Я долго сидела неподалеку, наблюдала за вами. А вы на меня даже не взглянули. Ну действительно, зачем вам было на меня смотреть? И я подумала, вы сейчас уйдете, и я больше никогда вас не увижу. И я представила, как вы поднимаетесь в свой дурацкий номер. И поняла, что если вы уйдете, я больше ничем не смогу вам помочь. Поэтому я подошла к вам просто. Вы в порядке? Все нормально. Бывало и хуже. Я не знаю, что ответить на это ваше признание. Ничего не надо отвечать, забудьте и все. Но признайтесь, вы же все это придумали. Даже если я придумала, то не сознаюсь. Я уверен, что вы все это придумали. Хорошо. Давайте на этом закончим наше несостоявшееся знакомство. Может, к врачу? Все нормально. Не ушиблась, милая. Спасибо. Спасибо. Что ты заблокировал ее номер. Да я заблокировал ее номер. Передай мне телефон. Начинай. Пожалуйста. Не надо так нервничать. Ты пароль поменял? Да ничего я не менял. Мы же договорились, что мы ничего скрывать не будем друг от друга. Милочка, милочка. Да, стой, подожди! Ну подожди ж ты, а! Да, ну что ты делаешь? Вы странная женщина. Умная, образованная и при этом очень странная. Лучше быть такой, как все. А почему бы и нет? Это так скучно. Ну послушай ты меня. Отойди. Я тебе сейчас все объясню. Отойди. Сколько раз повторять одно и то же. Ну вот ребята подтвердят. Ну, поменял. Ну, пароль я поменял, потому что новая программа свою. Остановись, здесь же а, знаете что? Может быть, все-таки... Поедем ко мне в гостиницу. И что, вы будете заниматься любовью с продажной женщиной? Мы не обязаны заниматься любовью. Вы любите поэзию, знаете много стихов и... Будьте честны с самим собой. Хорошо. И что дальше? Никуда я с вами не пойду. Но подождите, вы же вроде сами предлагали. Вот когда предлагала, тогда и надо было соглашаться. А теперь я передумала. Постойте. Вы играете со мной? Как кошка с мышкой? М? Вы же вроде говорили, что я вам как бы нравлюсь. Я от вас таких слов не слышала. Ну, подождите, ну... Слушайте, я правда не понимаю, вы что хотите, чтобы я вам в любви признался? А почему бы и нет? Ну, это было бы просто смешно. Ну, тогда смейтесь. Ну, постойте, но мы же с вами еле знакомы. Мы совсем не знакомы. Ведь вы не любите легких знакомств. То есть мне вас не уговорить? Уговорить? Можно любую женщину. Но я не знаю, как. Дать вам совет? Конечно. Ну что ж, попробую. У Рахманинова есть романс на слова Гюго. Называется «Они отвечали». Там какие-то неизвестные они задают вопрос, а другие они, точнее они, потому что во французском оригинале используется местоимение женского рода, отвечают очень просто, одним словом. Спросили они, как красавец привлечь, без чары, в ответ, чтоб на страстную речь они к вам в объятия пали. Ну и? Любите, они отвечали. Ну разве может идти речь о любви в нашем с вами случае? То есть вы мне предлагаете заниматься любовью, но без любви? Ведь это же игра между мной и тобой. Тогда обратитесь к портье. Он вам обязательно за скромную плату предложит девушку на ночь. Я завтра улетаю. Ну, прощайте. А вы что, остаетесь, будете искать себе здесь нового клиента? А вы мне хотите кого-нибудь порекомендовать? Среди моих знакомых нет таких любителей. Вы плохо знаете своих знакомых. Тогда прощайте. Где восходит твоя душа, ищи свой путь, но рядом пусть будет кто-нибудь, ему отдай только лучшие свои стихи. Иди и знай, для вселенной важно то, что ты здесь был. Это странное внутри тебя бежит, как кровь. Не похожа ни на что она смеется, глядя в сердце. Бесконечное внутри тебя есть любовь. Если ты ее уже поймал. Бесконечное внутри тебя бежит, как кровь. Не похожа ни на что она смеется, глядя в сердце. Позабытое внутри тебя и есть любовь. Если ты ее уже Добрый вечер. Привет. Как настроение? Хорошо. А что такое грустный? Меня зовут, прощай, грусть. Добрый вечер. Ну что, покупаем билет в веселую страну? Ты извини меня, пожалуйста, но я не тот человек, который тебе нужен. А я так не думаю. Извини. Зря. Как хочешь. Это одно из мест вашей охоты на клиентов? Или, может быть, вы следите за мной? Простите. Извините меня. Я просто думал, что я никогда вас больше не увижу. Вы спрашивали меня, зачем я вас зову к себе в номер? Для того, чтобы не быть одному, иногда одиночество просто невыносимо. Да. Я это очень хорошо понимаю. Вы провоцировали меня, вы издевались надо мной. Но мне интересно быть с вами. Могу я вас пригласить к себе? Я ничего не буду требовать. И в любом случае заплачу. Хорошо. Я девушка неопытная и не умею сопротивляться. Вы согласны? Что-то у вас какой-то... потерянный вид, как будто вы не слишком этому рады. Скорее счастливый. Счастье свалилось на него так внезапно, что он не успел отскочить в сторону. Да. Ну так мы идем. Идем. Только подождите минуту здесь, пожалуйста. Ну так вы вернетесь? Вы о чем там шептали с барменом? Читали друг другу стихи. А вы приревновали? Возможно. А мне что-то не по себе. Мне тоже. Вы меня боитесь? Нет. Себя. обо всем с тобой договорились. Мы ни о чем не договорились. Мы попросили, я пришла. Скажи, но ты ведь не будешь делать вид, что я у тебя второй, правда? Вы не второй. Отлично. Есть опыт. Пойдем. Мы перешли на «ты». Послушай, в постель не обращаются с новой. Мы еще не в постели. Ну сейчас же будем. Правда ведь, да? Ну что? Что? Ничего. Хватит шутить. Не изображайте страсти. К новой женщине мужчину влечет любопытство. Удовлетворяйте, пожалуйста, свое любопытство без помощи рук. Скажите, вы действительно пришли ко мне в номер, чтобы просто поговорить? Может быть, я тоже чувствовала себя одинокой, как и вы. Что вы можете знать про одиночество? Что за игру вы затеяли? Продолжение старой. Просто как в футболе. После перерыва мы меняемся воротами. В ресторане добивалась вас я, а теперь добиваетесь вы меня. Покажите, как вы это умеете. Я не умею. Да, я это уже заметила. Почему вы не говорите мне свое имя? Зовите меня, если хотите, Вера. Или Надежда. Или Любовь. Любовь. Красиво, правда? А как на самом деле? Ну... Так меняется погода. Что-то не клеится наша встреча. Не огорчайтесь. У нас еще вся ночь впереди, все может измениться. Вы так думаете? А почему вы не спрашиваете мое имя? Потому что я его знаю. Я только не могу решить, называть Сережей. Еще рано. Господин Одинцов уже слишком формально. Узнали мое имя у администратора гостиницы. Неважно, узнал и узнал. Откройте. Сейчас нет полиции нравов. Или вы боитесь, что это мой дружок, который проломит вам череп? Здравствуйте. Обслуживание номеров. Вообще-то я ничего не заказывал. 753-й? Ну да. Это вам. И сколько я вам должен? Все оплачено. Приятного аппетита. Потом отдадите. Я скоро вернусь. Не беспокойтесь, я недолго. Как вы успели так быстро преобразиться? Решила снова возбудить ваше любопытство. Ну что же вы? Почему ничего не готово? А что должно быть готово? Давайте передвинем сюда стол. Пожалуйста. Это вам. Поставьте в вазу цветы. Откуда такое платье? Секрет. А цветы? Из леса. Что было делать, если вы сами об этом не позаботились? Вы расцениваете нашу встречу как сделку, а я хочу, чтобы она была свиданием. Ну, может, вы пригласите даму сесть за стол? Вы же хозяин. Все организовали вы. Я чувствую себя гостем. Тогда я сяду без приглашения. устроили для меня праздник. Давайте за него выпьем. Нынче праздник наш первый с тобой. И зовут этот праздник разлукой. Странный тост. Я предлагаю тебе выпить на брудершафт. Не стоит. Обращение на «ты» между не очень знакомыми людьми мне не нравится. Вам же не понравилось, что я подсела к вам в ресторане. Таковы правила игры. Получается, что в этой игре женщине разрешается быть только добычей. Все эти разговоры про сексуальную свободу, про равенство полов не имеют никакого смысла. Мораль остается прежней. Мужчине можно все, а женщина должна сидеть, скромно потупив взор, и ждать, пока ею заинтересуются, так? Так. Но и не так. А почему тогда, когда речь заходит о нравственности, то требует от женщины скромности, чистоты и стыдливости? Почему этого не требуют от мужчины? Почему, выражаясь высоким слогом, есть падшие женщины, но не бывает падших мужчин? Я понимаю. А, скорее всего, по вашему мнению, правила поведения для женщин придумали злые, нехорошие мужчины. Да. Но оно заложено в самой нашей природе. И, между прочим, об этом сегодня шла речь на конференции. Угу. По вашей биологической психологии? Да. Это не скучно? Наша психология. Наши представления о запретном и разрешенном, они… Я думаю, вам это будет неинтересно. Ну почему же? Мне кажется, вы хотели сказать, что наши представления о запретном, о добре и зле формируются с самого раннего детства под влиянием окружающей среды. Но человек… Это не только разумное существо, это еще животное, имеющее биологическую природу. В нем от рождения заложены природные инстинкты, желания, страхи, подавление которых ведет к всевозможным комплексам и даже иногда душевным расстройствам. Это мой доклад. Практически слово в слово. Правда? Что вы говорите? Перестаньте валять дурака. Кто вы такая? Но вы же знаете, женщины легкого поведения. Вы там были. Почему я вас не видел? Вы психолог? Всякая женщина психолог. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я говорю о вашей специализации. Если вы не психолог, значит, вы биолог. Нет. Да кто вы такая? И откуда вам известны мои работы? Я уже говорила, что все загадки кажутся интересными лишь до тех пор, пока не узнаешь разгадку. Вы слишком умны и образованы для девушки с асфальта. И образованные женщины вынуждены зарабатывать на жизнь. Хотя, знаете, по правде говоря, иногда гораздо полезнее забыть о своем образовании и уме. Я бы пригласила вас танцевать. Но уверена, что вы не танцуете. Ну что ж, я вижу, что в жизни вы лишь большой теоретик. На практике дела обстоят значительно хуже. На практике все мое время занимает работа. Институт. А как же дети? Любимая жена, которая нравится во всех отношениях. У меня есть сын, но он, к сожалению, уже взрослый. Да. А жена? Да, жены нет уже. Жены нет сейчас, пока мы в гостинице? Нет, жены нет вообще. Уже 2 года. Ну, наверное, есть любимая подруга? И подруги нет. Как же так? Психолог бы назвал это тяжелым случаем. О, все не так плохо, как вы думаете. Все гораздо хуже. Да. Что же с вами случилось? Да ничего особенного, тривиальная история. Расскажите ее. Давайте лучше выпьем. Рассказывайте. Рассказывать, собственно говоря, нечего. Ну, в свое время я женился. Я был молод. Хотя больше глуп, чем молод. И однажды утром я проснулся и понял, что мне с ней больше не о чем разговаривать. Но вместо того, чтобы исправить быстро эту ошибку, мы стали мучить друг друга. Действительно тривиальная история. Да. А почему так случилось? Мужчина бесконечно устает в браке. От постоянной необходимости каждый день быть вместе. От невозможности уйти в себя. От ощущения того, что он связан. А женщина, она любит держать нас на коротком поводке, не осознавая, что чем короче этот поводок, тем сильнее желание вырваться. Но вы все-таки вырвались? Мы развелись. И это все? Я стал старше, еще глупее, женился во 2-й раз. Ну, надеюсь, на этот раз вы выбрали ту, которая вам подходит? Ну, честно говоря, после развода я женщин сторонился, но она как-то высмотрела меня, да. Она посещала все мои дополнительные занятия, да. Вот вам, кстати, и пример, кто кого выбирает. Почему вы на ней женились? Почему я на ней женился? А почему вообще женимся? Из-за вот этого вот какого-то чувства необыкновенного любви, из-за желания быть вместе, умереть в один день? Да нет. Мы женимся по воле случая. Ну, из-за красивой талии узкой и какой-то очаровательной блузки. И чем же это закончилось? Мне кажется, вы до сих пор любите ее. Она ушла. Точнее, уйти пришлось мне. И все, что было моим, досталось ей. Да, я обжегся 2 раза. И 3-го раза не будет. Пойдем. Так вы летите завтра? Ах, да, рано утром. Значит, уже сегодня. Сегодня. Что-то вы загрустили. Но мы гуляем, разговариваем, даже иногда танцуем. А утро все приближается. Холодное, серое утро. Вот. Сергей плюс незнакомка. Да. А я до сих пор так и не знаю, как зовут эту незнакомку. А стоит ли забивать вашу память еще одним женским именем? Хотя, если хотите, можете звать меня Генриеттой. Генриеттой? Да. А вы помните историю, которая, по легенде, произошла со знаменитым сердцеедом Казановой? Однажды он покорил красавицу Генриетту, провел с ней в гостинице восхитительную ночь, подарил ей кольцо и поклялся в вечной любви. А утром Генриетта нацарапала кольцом на зеркале несколько слов. Выкинула кольцо в сад и исчезла. Через много лет постаревший волокита снова случайно остановился в этой же гостинице, в этом же номере. Он подошел к зеркалу и прочитал: «Vous oubliez aussi, Henriette». «Вы забудете и Генриетту». И он понял, что он действительно забыл ее, что жизнь проходит, в волосах седина, а его очередная вечная любовь длится не более нескольких дней. Так и вы забудете меня. Забудете быстрее, чем исчезнут вот эти буквы, которые я написала зонтиком на камнях. Что вы на меня так смотрите? Вы вообще знаете, какая самая удивительная вещь ночью в курортном городе? В каком смысле? Вы когда-нибудь плавали ночью в море? Это опасно. Пойдемте. Да что ж такое? Ты специально это делаешь? Или ты правда сумасшедшая? Я испугался за тебя. Наконец-то дождалась. Вот видишь, как надо переходить. переходить на «ты». Да. Любите. Они отвечали. Зачем ты подошла ко мне в кафе? Разве счастливая женщина стала бы подходить к незнакомому мужчине? А мне все время казалось, что ты просто издеваешься надо мной. Мне хотелось, чтобы это выглядело игрой. Но на самом деле я всегда хотела еще большего. Невозможного. Чего? Чего хочет каждая женщина? Любви. Любви? Так ты ее почти добилась. Почти. Значит, я ничего не добилась. Разлей в ее сердце мед, и она не устанет жить. Струи же по венам так, что рождался внутри восток. Храни ее от беды, и она сбережет ваш дом. Листья сменяются новыми. Небо сегодня молчит, а завтра гроза стеной. Мысли тебе легионами. Ты же будь неизменно стой, ты же будь неизменно стой, что когда поешь, говорит с миллионами, что когда поет, говорит с миллионами. Птицы домой возвращаются, лето придет через снег за весной. Радость заменит собой печаль. Ты же будь вечно верен той, ты же будь вечно верен той, что отыщет в тишине лесной все подснежники алые, что отыщет в тишине лесной все подснежники алые. Ты летишь утром? Кто ты на самом деле такая? Я надеюсь остаться в твоей памяти таинственной незнакомкой. Но почему? Я ведь тебе, можно сказать, исповедовался. И мы же с тобой скоро расстанемся. Ты так легко об этом говоришь. Но мы же расстанемся. И другого варианта нет? А какой еще может быть вариант? Ты не можешь отложить свой отъезд ни на день, ни на час. Вся твоя жизнь размерена и рассчитана по часам до самого конца. Ты можешь идти только прямо, боишься сделать шаг влево или вправо. Я не боюсь, но я… Да, ты боишься. Ты боишься. Боишься женщин, боишься чувства. Боишься, как ты говоришь, романтики. Ты понимаешь, что ты мне говорила, что ты презираешь легкие знакомства, а сам ты хочешь именно легких, простых, чтобы они тебя не трогали, чтобы ничего с тобой не происходило. Пусть не будет радости, лишь бы не было неприятностей. Как в политэкономии. Товар, деньги, товар. Постель, деньги, постель. Так? И никакой любви. А что потом? Какая разница? Какая разница, что будет потом? Главное то, что есть сейчас. Я должен лететь. Почему ты должен? Почему? Почему ты должен? Кому ты должен? Ты человек или часовой механизм? Обстоятельства управляют тобой или ты сам управляешь своей судьбой? Я не знаю. У меня дела. Да что изменится? Что изменится, если мы с тобой расстанемся на день позже? Подожди. Пусть ничего не изменится. Пусть это будет просто один день. Один мимолетный день счастья. Если ты хочешь, я могу попробовать взять билет на вечерний рейс. Ты думаешь, я буду уговаривать тебя остаться? Если бы и хотела, то не стала бы. Но мы же оба знали. Мы оба знали, что именно так все закончится. Я презираю тех, кто знает свою жизнь заранее. Завтра как сегодня, сегодня как вчера. Зачем тогда жить, если не бывает неожиданностей? Зачем? Не злись. Не надо. Нельзя трогать женщину, думая о самолете. Мне, конечно, жаль будет расстаться с тобой. Так и не узнав, кто ты на самом деле. Я расскажу тебе. Тебе не нравится Генриетта? Зови меня тогда Жуана. Донна Жуана. Меня так звали в школе. Я с детства обожала Дон Жуана. Верила, что такие мужчины красивые, щедрые, отчаянные существуют и сегодня. Я надеялась, что встречу его. Или что он придет за мной. Хотела быть ради этого образованной, умной, начитанной. Представляла, как он придет ко мне и будет покорять меня своим обаянием, красноречием. И ты его встретила? Встретила. Еще до того, как он меня бросил, я поняла, что он просто довольно глупый, смазливый бабник и более ничто. Я была у него в списке 51-й, и он хвастался, что не остановится, пока не доведет свой счет до 100. И я ему отомстила. В смысле? Не знаю, рассказывать тебе или нет. Хотя мы ведь сейчас расстанемся. Неужели расстанемся? Я сама решила стать Дон Жуаном. Точнее, Донной Жуанной. Он покорял женщин, а я решила покорять мужчин. Раз мужчина такого рода считается героем, почему бы и женщине не стать героиней? Странная месть. Да, и глупая. Потому что тот, кто тебя бросил, он об этом никогда не узнает. А если даже узнает, то ему будет наплевать. Как и мне на него. И много имен в этом твоем дон-жуанском списке. Достаточно. Наверное, нужно было много стараться, чтобы превзойти количеством своего кумира. Дон Жуану было достаточно переспать с женщиной, чтобы это считалось его победой. А для меня отдаться было бы поражением. А я тоже хотела побеждать. И как же, по-твоему, побеждают мужчин? Влюбляют в себя. Грубо, лестью прямо в глаза. Почти по Гюго. Сказали они, как красавцев привлечь без чары в ответ, чтобы на страстную речь они к вам в объятия пали. Хвалите, они отвечали. И этот трюк работает? Безотказно. Если мужчины покоряют женщин клятвами вечной любви, то женщины должны обещать не навязываться. Нет, нет, только на одну ночь, на один день. Ты ничем не связан, ничем не обязан. Исчезай, улетай, уезжай куда хочешь и когда хочешь. И этим способом ты меня опутывала. А чем ты отличаешься от других? Мне пора. Мне надо пройти. Не рано ли? А, что? Я пройдусь по набережной, все равно не усну. Так и уйдешь безо всяких колебаний? А как я должен уйти? Ну, допустим, я останусь, и мы даже займемся любовью. И мне это, конечно, очень понравится. А потом что, засмеешься? Достанешь свою тетрадку, сделаешь там запись, скажешь, все, номер 100, ты свободен. Правильно ведь? Ты гордишься тем, что всегда бросаешь ты. Так вот, на этот раз бросят тебя. Ничего, я переживу. И мы друг друга не бросаем, мы просто расстаемся, не успев встретиться. А, кстати, хотел задать тебе один вопрос. А откуда тебе известно содержание моего доклада? Я работала на конференции синхронной переводчицей. В тот момент, когда ты читал свой доклад, я переводила его на французский. А когда свои доклады читали французы или испанцы, я переводила их на русский. Теперь понятно, откуда. Мне знаком твой голос. Да, ты слышал его в наушниках. Видишь, как все просто. Да. Мне, кстати, очень понравился твой доклад. Угу. Недаром на тебя в интернете сотни ссылок. Я вижу, ты хорошо подготовилась. Да, очень. Знай себя и знай врага, и в 100 сражениях ты 100 раз победишь. А ты хотела победить? Очень. Я весь вечер боялась, что ты уйдешь. Всеми способами пыталась тебя удержать. Еще хотя бы 5 минут. Хотя бы минуту. Поэтому прикидывалась проституткой. То прикидывалась порядочной, то изысканной, то вульгарной, кокетничала, интересничала, лишь бы ты не ушел. Ты оказалась права. Наше знакомство оказалось не из легких. Я должен закрыть номер. Уходи, я сейчас здесь приберу и дверь захлопну. А ты куда денешься среди ночи? Я живу в соседнем номере. Только ты меня не замечал. Значит, все эти 4 дня мы были рядом. Теперь конференция закончилась, и я завтра вечером тоже улетаю, вернее, уже сегодня. Подожди. Я должна тебе это сказать. Ты упустил редкую возможность избавиться от своей депрессии. забыл. Ты ведь все это придумала. А если нет? Действительно. Какое это имеет значение? Зачем ты вернулся? А ты не понимаешь. Вино ведь не допито. Вина больше нет. Ты опоздал. Где восходит твоя душа, ищи свой путь, но рядом пусть будет кто-нибудь, ему отдай только лучшие свои стихи. Иди и знай, для вселенной важно то, что ты здесь был. Это странное внутри тебя бежит, как кровь. Не похоже ни на что она смеется, глядя в сердце бесконечное. Зажигает вечер и порхают дни, течет вода. Это время